моего канала хочу провести эксперимент по приготовлению шаурмы с раками. Мне понадобится 1 лаваш, огурец свежий 1 штука, 2 помидора, морковь корейская 100 грамм, капуста айсберг 200 грамм, кинза пучок, сметана 20% жирности 3 столовые ложки, горчица французская 1 столовая ложка, томатный соус 1 столовая ложка, сыр ломтиками 4 штуки. На первом этапе варим рассол для раков. Я обычно варю раков по следующему рецепту. Из расчета на 2 литра воды мне понадобится 4 столовые ложки соли, 2 столовые ложки сахара, 1 чайная ложка меда, 2 столовые ложки сухого укропа и 2 столовые ложки укропа семян. Кастрюлю ставим на огонь. Вода закипела, рассол готов. Опускаем раков. После закипания варим раков 5 минут. Раки сварились, очищаем их. Второй этап. Подготавливаем все ингредиенты. Помидоры нарезаем кружочками, капусту и огурцы нарезаем соломкой, кинзу режем мелко. Капусту, айсберг и кинзу смешиваем вместе. Готовим соус. В миску добавляем 3 столовые ложки сметаны, 1 столовую ложку французской горчицы, 1 столовую ложку томатного соуса. Все хорошо перемешиваем. Соус готов. Берем лист лаваша, выкладываем на него соус. Хорошо смазываем. На край выкладываем капусту, огурцы, помидоры, корейскую морковь. Выкладываем очищенных раков. 2 ломтика сыра. Теперь сворачиваем. Шаурму выкладываем на гриль и с двух сторон обжариваем. Не просто шаурма с раками, а сочная, сытная, с большим количеством рака и овощей, с великолепным соусом. Одним словом, домашний эксперимент удался. Попробуйте и вы. Если вам понравилось это видео, ставьте большой палец вверх и подписывайтесь на мой канал. Приятного аппетита!